Убитая горем Королёва прибыла на Украину. Наташа Королёва благополучно прилетела на Украину. У популярной артистки совсем не радостная миссия. Она должна похоронить свою бабушку. По предварительной информации СМИ, паспортный контроль Наташи Королёвой прошла благополучно и сейчас занимается организацией похорон своей бабушки, ушедшей из жизни утром 18 января. Таким образом, СБУ выполнила свое обещание и реализовала временные разрешения на въезд артистки, на 5 лет ставшей персоной нон-грата в Украине. Дату и время похорон Наташа Королёва пока не сообщила. Журналисты предполагают, что последний путь бабушку проводят на выходных. Однако похоронят ли ее на одном из киевских кладбищ или свое последнее пристанище родственница певицы обретет в селе, где прошла вся ее жизнь, также пока неизвестно, отмечает сайт «Комсомольская правда» в Украине.